가볼게. 가볼게. Привет! Сегодня я собираюсь готовить вкусные пирожки. Знаешь, что это такое? Правильно, это айва. Именно с айвой я и хочу приготовить пирожки, потому что она очень полезная. В ней много витамина С. Айва желтого цвета, поэтому возьмем желтый пластилин. Почти готово. И зеленый листочек. Айва для начинки готова, но чтобы приготовить пирожки, еще нужно тесто. Грузовичок, привезешь мне тесто из магазина? А вот и вход в магазин. Заезжай, грузовичок. Теперь нужно найти, где продают тесто. Здесь суши и роллы, здесь печенье, книги по кулинарии и тортики. Здесь продают индейку. А это что? Это тесто, которое нам нужно, чтобы печь пирожки. Грузовичок, давай положим его в твой кузов. Можешь ехать. Ура! Спасибо, грузовичок! Теперь у нас есть тесто. Осталось его раскатать и положить внутрь начинку. Нам с тобой так весело готовить. Мы с тобой сегодня повара. Тесто нужно раскатать, интересная игра. Класть начинку пора, за работу повара. Трудимся с утра. Кладем нашу начинку на тесто. Добавляем немножечко сахара, чтобы было послаще. И делаем из квадратиков треугольнички. Пирожки мы будем жарить в духовке. Достаем противень. Кладем пирожки. Убираем противень обратно в духовку. Закрываем дверцу. И выбираем правильную кнопку. Я думаю, вот это с рисунком тортика нам подойдет. А пока наши пирожки пекутся, можно полакомиться настоящей полезной айвой. Кажется, пирожки готовы. Приятного аппетита! Тебе понравилось готовить с нами? Тогда смотри другие видео и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые. До новых встреч! Пока!